Мы наконец-то добрались до места нашего отдыха. И после того, как вся матершина восторженная по поводу увиденного улеглась, спешу поделиться с вами увиденным. Вот в таких вот апартаментах нам доведется провести этот уикенд. Совершенно неожиданно и очень-очень приятно. Шикарное место Лена для нас нашла, поэтому будем его всем активно рекомендовать для вашего полноценного отдыха. Тут два этажа, открытый свет. Да, тут люди чекают все. Шикарная барная стойка, кухня. Шикарная ванная. Слушай, это просто вот образец для того, как должен B&B выглядеть, а? Надо полностью отснять с тем, чтобы потом сделать такой же дизайн. Смотри, как классно, а? Такая деревяшка и такие глянцевые шкафы. Вот просто потрясающая какая комбинация, а? Супер, моя мечта, а? О, супер. О, уже барменша даже есть, даже две. Давайте покажем вам вид из окна. Это еще только начало. Мы выходим на собственную террасу, и нам открывается вид на Женевское озеро. А? Кто бы мог подумать, что такое может быть в реальной жизни? Просто потрясающе. Это гора Мон-Дремблан, на которой катаются зимой в основном на лыжах. Шикарное озеро, где на яхтах рассекают новоиспеченные миллионеры. Но это вот потенциальные будущие миллионеры. Слушай, какой шикарный интерьер. Ну что ж, спасибо, начинаем отдыхать.